Сейчас на курорте идет тотальная инвентаризация земель сельхозназначения. И выявленные факты говорят о том, что коммерсанты, имея ценный ресурс, вообще не планируют развивать аграрный комплекс курорта. Большинство предприятий не используют сельхозугодья по назначению. Земли или пустуют, зарастая деревьями и травой, или на месте чая и фруктовых деревьев вырастают коттеджи и многоэтажные дома. Выявлены земли, которые не используются. Их видно, правда? Теперь надо в судебном порядке изъять эти земли у таких горе-пользователей. И эти земли становились муниципальными. А мы эти земли передавали тем, кто хочет на них работать. Анатолий Пахомов потребовал в кратчайшие сроки подготовить необходимые документы по всем предприятиям, которые используют сельхозземли не по назначению. К этой работе обязательно привлечь прокуратуру. На совещании также представили нового главу Хостинского района. Напомню, на эту должность назначен Тимофей Трепильченко. До этого он работал в качестве помощника главы города. Мэр пожелал плодотворной работы новому руководителю района и обозначил основные направления, на которые нужно обратить внимание. Это коммунальная сфера, благоустройство и санитарное состояние улиц Хостинского района. Жаркая дискуссия развернулась вокруг субботника, который прошел в минувшие выходные. Глава результатом уборки остался не совсем доволен. На устранение всех недочетов он отвел 2 суток.